Добрый день, дорогие зрители. У нас сегодня 25 апреля. Я заказал тут две запчасти на этот джип. У него, как сказать, появилась ошибка. Он не хочет больше переключаться на эконом, не хочет больше переключать с 8 цилиндров на 4 цилиндра. И, короче, механик показал, проверил компьютером, показал, что ошибка в этом сенсоре, сенсор, который здесь замеряет воздух. Это стоит... Короче, после фильтра сразу воздушный фильтр, и вот в трубе самой стоит этот замеритель сенсор. Я заказал новый и с пересылкой с Америки, с налогами, примерно 100 евро обошелся, такая вот маленькая штучка. Я вставил уже, и вроде ошибок не показывает, надо будет проехаться и посмотреть, как он работает. Это сейчас одна, и вот вторая. Я вытащил вот такой вот стеклодержатель, который двигает его вверх-вниз. Это вот тут вот в задней двери. Тоже не хотел его покупать долго. Ремонтировал старый, потому что новый с пересылкой примерно и с налогами 200 евро. Я его сейчас вставил, подсоединил. Сейчас буду смотреть. Укрепился сейчас вроде уже. Сейчас буду смотреть, будет ли он двигать, но что-то кнопки так дальше и не работают, которые должны дверь открывать. Вот так скажем, я закрываю. Он дал сигнал, что сенсор сработал. Я нажимаю кнопку, но он не открывает. И также эту среднюю не открывает. Хотя механик говорил, что проблема в этом. Но я сразу подозревал, что проблема не в этом держателе, а в каком-то другом держателе. С середины стекло работает. Это сейчас стекло я ее подсоединил, она ушла вниз. Как говорится, она легче работает, но не так. Короче, после обеда должен механик ко мне прийти насчет этой старой машины, потому что тоже она стояла на улице больше месяца, потом хотел завести ее, отвезти механику, чтобы я ее приготовил, чтобы варить, там дырки кое-где, и она не заводилась. Механик полазил, посмотрел, и, короче, говорит, закажи две штуки. Короче, сам мозги... у этой машины, потому что на 76-го, может, мозги накрылись. Мозги я заказал, плюс распределитель. Сейчас покажу. Вчера я запчасти получил. Короче, заказал я запчасти, потому что машина здесь стояла целый месяц, не знаю, почему не заводилась она. Я заказал запчасти. Одну запчасть сюда, вовнутрь, там распределитель такой, который с магнитом такой внизу. Я заказал это старое, которое я вытащил. Он говорит, что может быть этот вот здесь не срабатывает уже. И вот мозги. Вот это вот мозги. Это старые. Я купил новые, подсоединил, но еще не прикрутил. Мы проверим. Я сейчас пробовал заводить. Он что-то дергается, но заводиться не хочет. Неизвестно, что тут дальше еще сломано. Короче, жду механика. Механик придет после обеда. Посмотрим вместе. Что здесь не работает. Да. Мне уже достало, сколько здесь ждать уже. Я уже планировал, что в этом месяце машина готова будет, а она еще не готова. Дня было с этими запчастями. Пока заказал, пришел. Почта по номеру в интернете показывает, что уже пришла почта. А она пришла на Цоль, там, где налоги платить надо. И письмо вчера только пришло, чтобы я поехал, забрал письмо. Это... Посылку забрал вчера, вставил эти запчасти. С мотоциклом тоже начал уже возиться. У мотоцикла тут мелочи. У него, наверное, хозяин первый еще ездил сразу после зимы. И соль попала на хром. И мы здесь видим, вот я уже отшкреб кое-где. Она здесь поела. Хочу сейчас найти какой-нибудь инструмент. Лучше электрический, отполировать это, чтобы алюминий, который здесь сидит внизу, чтобы он блестел, натереть его. Если не получится, тогда красочку такую вот, хромовую красочку купить и кисточкой подкрасить. Вот такие вот. Это здесь сидит, прикрывает, как сказать, ремень. У других мотоциклов эта цепь на этом месте. Эта крышка повреждена тоже, вот пару местов. Эта крышечка. И на другой стороне еще одна крышечка. Я спросил, сколько стоит у Харли, чтобы заказать эти запчасти. Эта крышка стоит 300, 400 и почти 300 это. Это чокнуться можно.
такие деньги берут. Короче, сейчас сажусь на свой маленький дринчик и еду в магазин искать какие-то инструменты, чтобы наполировать. Это вот зачищаю. Это повреждение от соли. Везде немало. Короче, откручиваю болтики там, где не могли. Хозяин не мог прошлое зачистить. Теперь я зачищаю все от соли. Вот так вот выглядят эти повреждения на хроме. Купил я себе вот такую вот машинку маленькую, чтобы шлифовать. Здесь все включается. Тут и скорость вращения. Такие вот всякие насадки есть. Бумага, полировка. Также тоже вот такие вот еще есть. Удлинитель такой. Вот такие вот в мелкие места ехать. Вот сейчас будем пробовать.